результатам зрительского и судейского голосования третье место занимают Валерия Ланская и Алексей Ягудин. Ледниковый период становятся Екатерина Гордеева и Егор Бероев! От генерального спонсора проекта «Ледниковый период» компании «Ferrero Rocher» каждый из участников получает романтическое путешествие в Рим на двоих. Наслаждайтесь красотой и романтикой вместе с Рафаэлло. Ну, на самом деле, самое главное, что вот мы, по-моему, дошли до этого финала одним большим таким дружным и цельным коллективом. По-моему, ее можно... Ну, вот первое место, по-моему, оно принадлежит всем тем, кого нету вот здесь, на этом пьедестале. Потому что, я думаю, и зритель видел, сколько сил, сколько здоровья, сколько нервов было потрачено всеми участниками. И я счастлив, что я был эти месяцы с ребятами, что я был со спортсменами, что Катя была со мной. Спасибо тебе большое. Мне очень приятно, конечно, находиться на этом месте, но считаю, что каждый, абсолютно каждый участник этого проекта имеет право здесь стоять. Я бы хотела бы их всех пригласить сюда, действительно. Потому что ребята, актеры, люди, которые никогда не стояли на коньках, они провели полгода, там, уже почти год, они провели, отдавая каждый день, там, не знаю, по сколько часов, просто для того, чтобы научиться этому, просто для того, чтобы получить удовольствие. И надеюсь, что вы все получили удовольствие, смотря нашу передачу. Валентин Николаевич, вам слово. Дорогие друзья, от имени Федерации фигурного катания на коньках России я прежде всего хочу сказать слова благодарности Первому каналу, его руководителям Константину Эрнсту и Александру Файфману за тот чудесный проект, который продолжался на протяжении более 8 месяцев. И вот все эти дни, все эти субботы, миллионы людей следили за выступлениями, переживали за пары, радовались за успехи. Во всяком случае, не было равнодушных. Мне бы хотелось поблагодарить
Первый канал за то, что очень удачно были подобраны тренеры. Илья Вербух, Саша Жулин. Поэтому я с огромным удовольствием хочу вручить эти золотые медали Илье Авербуху и Александру Жулину. Хочу сказать Первому каналу огромное спасибо за поддержку Федерации фигурного катания на коньках России. Я думаю, что наши контакты будут продолжаться. Спасибо большое. Дорогие друзья, и я не могу не вручить золотые медали замечательным ведущим этого проекта Анастасии Заворотнюк и Марату Башарову. Спасибо большое, Валентин Николаевич. Вот и закончился ледниковый период. Татьяна Анатольевна, что скажете о его результатах? А я скажу, что я счастлива. Что все достойные на пьедестале. И правильно сказала Катюха, что если бы все были на пьедестале, то это тоже было бы правильно. Потому что действительно все были потрясающие. Потрясающие индивидуальности, работоспособные, трудолюбивые, талантливые люди. Но вот эти, посмотрите на них, стоят наши олимпийцы. Катя Гордеева, двукратная легенда, легенда мирового спорта. Ей кланяются в пояс, ее знает весь мир. Она стоит, она все, что умела. Она рассказала Бероеву и показала, и научила его очень многому. Смотрите, стоит Таня Навка, наша олимпийская здесь. Просто так Олимпиаду никто не выиграл. Она научила Колганова. Я не верила в это. А вот стоит Леша Ягудин, олимпийский чемпион. Заслуженный, перезаслуженный. Здесь не просто так. Здесь все люди, которые своим здоровьем, потом и кровью завоевали эту возможность учить всех кататься на коньках. Спасибо всем вам! Поздравляю вас всех, дорогие мои друзья! Честное слово, уважаемые телезрители, мне очень-очень приятно отметить, что результаты вашего СМС-голосования по определению лучшей пары проекта «Ледниковый период. Глобальное потепление сезона 2009 года» полностью совпали с мнением нашего строгого жюри. И я поздравляю всех участников проекта и победителей Катю Гордееву и Егора Бероева и всех остальных наших участников, и вас, наши любимые телезрители, с тем, что проект подошел к такому красивому и такому логичному финалу. Мне было очень-очень приятно работать в таком тесном контакте с вами. У нас действительно лучший проект на Первом. Очень демократичный и очень-очень красивый. Спасибо вам.